Куда помыть? А, так она следующую теме занималась, а притом мой отстирывал одежду от грязи и после слушал песни тех музыкантов. А именно Костя и Саша. Да. А там уже вечер вступил, я спросил. Попустить авторскую ставку? Нет. Опа, здрасте. 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 Делаешь, что, покушать? Пока Никита отдыхает, дрочит, мы немного попиздим с тобой. Пора душам тебе. Во, по-нашему. Пиздец, блядь. А вообще, ты парень, Никита, что? Ну, иди, вот, радуйся, что не всегда вас пиздили. А вот это у него тем, а у вас прям чувак. Сида. Да, я просто похожу вам. О, придумал мне, если я в играть не буду с камнем за бумагу, то да, что посмотрите. Мне два выйти под... Мне три выйти подряд выпало, нападай давай. Камень на бумагу. Может, что? Ты проиграл. Всё, ты тут. Ты что? Господи, не надо! Обосляться, а? Зипай у селекции. Короче, пока Юрий разбирается с этим шоком, ты молодец, иди дальше. Разрешаю. Ой, спасибо, бэк. Спасибо, спасибо. На следующий день подошел к тому мосту, о котором мы говорили себе. Музыка шикарная. Я люблю их, кто тебя туда увидит из река? Мне почему-то кажется, что M-Punk не любит. Так и интересно, не то, что он. А я ведь не люблю, да. Вот это был своим копейки. Игорь. Ну, и на это спасибо. Ну, кто уже не поверил, мог бы что-то как не любил. И я же тоже когда-то хотела заняться новой музыкой. Я там казалось, что у меня нет никакого музыкального слуха. Даже Ваня это бы не было. Мы после гитары я изъебал, а потом стали готовить. Он хвалит написал, а я как ни с ним друг и заступился. И мы все о том, что Ваня был привет, вот это мой устаканилось в моей игре, на игре это спать. Пару меня окутывает звездством, это сколько мне. Критично, что я буду писать, когда этот человек пробыл со мной под боком, и что мне это делать. И тут все рассказал, а это давно не являлись. Как он дальше? Внезапно музыка оборвалась. А чего они заткнулись? Вдалеке я видел, как их выгонял мент. Довольно справедливо. Их музыка не подходит для разбивания на улице. О, здорово! Мимо меня пронесся шкет. За ним поспевал эмо-панк. Пиздец. Вот я и свободен. Оттолкнувшись от перил, я сунул руки в карманы и пошел бродить по улицам Екатеринбурга.